Насколько эффективно российские регионы подготовились к зиме? В некоторых субъектах с наступлением холодов батареи так и не потеплели. К ответу губернаторов призвал председатель правительства России. Сегодня Дмитрий Медведев провел видеоконференцию по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону. Подготовить к зиме нужно было, по сути, 2,5 миллиарда квадратных метров жилья. Цифра, конечно, фантастическая. В среднем по стране план был выполнен. Но есть территории, где он не выполнен до конца. Это Тыва, Бурятия, Коми, Тверская область и Калининградская область. Ее нужно нормализовать, эту ситуацию. Обращаюсь к руководителям регионов. В антирейтинге регионов, которые не успели подготовиться к зиме, Чувашия не значится. На то, чтобы подготовить объекты ЖКХ к холодам, из бюджета республики было выделено около 3 миллиардов рублей. Капитальный ремонт котельных, замена десятков километров аварийных сетей и водопроводов. Все работы были завершены в срок. Отопительный сезон в Чувашии начался еще в конце сентября. А уже в начале октября, хотя и не без проблем, тепло получили все жилые дома и объекты социальной сферы. В некоторых регионах подготовить к работе котельные коммунальщики не успели до сих пор. Не все субъекты сформировали необходимый аварийный запас топлива. Еще одна проблема – рост задолженности за потребленные ресурсы. Ее необходимо сокращать, причем в самые сжатые сроки, отметил премьер. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.